в Атлетику учишься по этим домикам, и там даунтаун появился. Справа сказать, а то мы сейчас проедем по домикам. Да, на горке. Видишь? Все, въезжаем в Бостон. Какое же число у нас? 11 марта. Ой, мая. Второй раз ее гоняю, зачек. А ты своего... Даунтаун, он очень маленький, но весьма интересный. Это очень большой парк в центре города. Здесь должно быть приятно гуляет. Погода чисто ленинградская, довольно прохладно. Какая-то церквушка спряталась среди кустов. Around them. Caitlin thought was going to crawl on my leg.
Yes, it does. You're the patriot. Oh, my God. I've got it at home. I got my home fight. Thank you.
Уйду. Я вас не фотографирую. Главного штаба. Thank you.
adorando. Te adorando. Love is tradition, love is time. Love's a friend when you're down. It's there when you need it the most. Tries to comfort you when you need a friend. Мы заблудились. Не можем выехать. Сумасшедшие планы. Как-то прокомментируешь это, что ты делаешь? Кембридж. О, Кембридж или Гарвард? Я уже... Гарвардский университет. Раньше назывался Кембридж. Город назывался Кембридж. Город Кембридж. Гарвардский университет. Я буду искать Массачусетс Авеню. Вот по Массачусетс, пожалуйста, по Массачусетс. Налево? Направо. Направо. Значит, право я хочу Ну вот, наконец наше пребывание в Бостоне закончилось. Ну, сейчас выходим на хайвей и отправляемся на Нью-Йорк. Это последний съем. Очень симпатичная архитектура. Подсняла эту зону? Угу. Отлично. Очень симпатично.
вот, выехали из Бостона. Отправляемся в Нью-Йорк. До Нью-Йорка на нашем пути первым крупным городом будет Род-Айленд. Ну вот, съехали в какой-то маленький городок в поиске пищи. А здесь целый Нотр-Дам местный. Это вам не прово, ребята. Вот это Провиденс у нас. Да, мы съехали в Провиденс. Выехали не солоно хлебавшей поэзии нашли. Своих любимых Макдональдс. В следующий раз где-нибудь. А там еще одна башня, смотри, тоже какая красивая, католическая. Вон за мост уходит. Красивая дорога. Европа. С Европой пахнет. Европой пахнет. Красивые дороги тоже. Очень симпатично. Там справа будет белое здание, типа Капитолия. Сейчас за деревья ушло. Тракт мешает. Выезжать не будем, у нас уже не остается времени. Да сейчас. Какое выезжать? Нам надо в Нью-Йорк срочно иначе. Обратная сторона не захватила, мы успели сейчас уже по мосту выезжаем. И другая католическая слева, прямо по курсу напротив меня сзади проехала. Сейчас, наверное, на мост в Индии будет хорошо заметно. Делаем зайка. Корабли постоят и ложатся на курс. Зайка, не надо беситься. Еще не вечер. И побеситься нельзя. Еще не вечер. Сейчас очень раннее утро, по-моему, полседьмого утра. Мы отправляемся в Манхэттен. Смотри, статуи лидеры. Кататься на машине пока, все закрыто. Ну, конечно, город удивительный. Район Бруклина, где мы остановились, очень грязный. Нью-Йорк, Бродвей. Все изрисовано, все. Очень много мусора внизу здесь. Кошмар. Нет, но говорят, в центре там очень чисто. Даже супер. Ну, посмотрим. Посмотрим.
одна симка одного характера, то другая симка немножко другого характера. Я все, у меня средняя получается. Дождливая погода, очень неуютно, холодно. Не холодно, а неуютно, сыро. Сейчас мы находимся на самом конце Манхэттена. Напротив океана, там статуя Либерти залей. Ничего не видно в тумане. Не можем найти паркинг. Привет. Ну вот, наконец оставили машину. Пошли гулять по Манхэттену. Поедем на корабль. Да, да. Нелли, ну как? Наконец-то, да?
Очень хороший вид, спасибо. Илюшка, Петь, зачем ты убежала оттуда? Isn't it beautiful since they came in? Yeah. Can I take another one? If you think you need two pictures, over. Might want to take it the long way. What's it? Some murder mystery. Oh, you too. That's right. I'm going to take a light in. Да, да, иду, я сейчас заканчиваю. Ну вот мы на самом верху. Теперь скажи свои пожелания. Ты счастлива? Мадре, я не думала, что так легко было бы подниматься на эту статую. Понятно. Очень маленькая площадка, нужно спускаться вниз. Опасно, Нелли, как ты не понимаешь? Ну вот мы на самом верху Empire State Building смотрим с высоты, с уровня 102 этажа на нее, на небоскребы сверху. Технически здесь чувствовать очень тяжело. Да, небоскребы снизу, на небоскребы сверху. А вон, гляди, там на самых небоскребах что есть, там и бассейны какие-то есть. Подожди, где? Нет, правильный план.
Ну вот, сам себя снимаю в зеркало на фоне нее. Вот это уровень 80 этажа. Сверху было неудобно снимать стекло, отсвечивая, это очень плохо. Дом. Себя чувствуете? Ну пошли попьем кофе или сока. Пошли наверх. Ну, батарея сейчас уже кончится. Thank you.
Ну, как вам здесь нравится? Хорошенькое местечко, только сегодня у нас мало людей. Ага, ну пошли дальше. В музей, Metropolitan Museum of Art. После того, как ты ее уронил, она стала быстрее соображать. Ну так и еще. Трахнешь, так будешь соображать. You made the light blink. Нет. Ronnie made that light blink. Me? No, I don't think you're Hey, why did you... I'm totally hidden video. Oh, I'm recording. Oh, I do wish I had combed my hair before you're recording Ronnie. Me. Come on, say guys. Hello to all the fans. Да по-русски тоже говорят так, это игрушки для мужчин, да? Для мальчиков, да, для мальчиков. Больших мальчиков. Да, для больших и маленьких мальчиков. По-английски тоже. Hello. Hello. What do you do? Hello. What do you do? Okay. Kind of. And after this, this is just recording. I know. You need to make pause. No more. Okay, let's try. What's your name? Why, you know that. Just tell me. Okay, Natalie. Wait a second, let me get a good picture of you. Smile. I got pink. Whatever. See? This is a quarter. Stop it! What? These are all my things. Principal's award just for me. Just that recording? Yes, I am. Okay. Right around. Bye. Thanks. You're on totally hidden video. What's that red blinking light there? Try not to move when you, if you want to close, to... Oh, you can zoom in. We'll leave you two alone. You're on totally hidden video. This is Nelly's mom eating ice cream. What all kinds? I mean, it's okay. This is a nice family meeting. Let's see my camera. People.
All right, eating Steve, ice cream. We're fixing some. Как время проводит с утра? У нее с утра опять плохое настроение. Она читает книжку. Налочка, как вы Лэм проверили? Лэм, Лэмочку. Нормально. Покормили? Ага. Ты выспалась? Climbing all over the place. Коля, ты не запиши там то, что я на гамаке ее сняла. Ага, я уже пропустила это. Come on over and look. Чувствуешь? How are you feeling? А? Плохо. Тебе помочь? No, they go all the way up there just like she's doing. Вертолет нужно вызывать. They go up there about three times a day, Nelly. What? They take their friends up there, they sleep up there, they go up. They go clear up there like you are, about three times a day. Yeah. Do you see any birds up there? No. There are several nests up there, Nelly. Ну вот мы в Вашингтоне. Опять потеряли дорогу. Будем искать. В Вашингтон, столицу Соединенных Штатах. Кажется, это не только столица Соединенных Штатов. Но и столица Африки тоже. Но и столица, да, африканского населения, проживающего в Соединенных Штатах тоже. Потому что белый человек здесь. Ну, возможно, мы были в районе. Ну, это уже центр. В центре видишь много белых. Это мы в Национальной галерее. Она, пожалуй, кажется крупнее, чем Метрополитен.
Зайка, не тряси меня, а то меня сейчас будет трясти. Зайка, ничего, сейчас мы сделаем. Смотри, как здорово получилось у нас. Неля прыгает, а я снимаю себя и ее в зеркало. Хватит. Что? Мама там варит, жарит и печет. Хорошо. Итак, едем по Северной Каролине. Проехали Вирджинию. Вирджинию уже проехали. Подожди. А нет, едем по Вирджинии. Северная Каролина следом. Ну вот такая природа, очень похожая из штата в штат. Холмы и очень много лесов. Так, а если Машку убрать? Откуда? Нелли. Зеркало заднего обзора. Едем по Джорджии. Пейзаж Джорджии и Северной Каролины приблизительно одинаковые. Так видно океан или не видно? Нет, steep drop. А, steep, это почти swamp. Это совсем swamp. Ну вот, да, океана осталось рядом, немного, чуть-чуть. Это буквально изрезанные бухтами берег, где мы остановились на кемпинге. Вроде как бы болот, заболоченное место здесь вокруг. Что, зайка? А там к нам в гости собачка пришла, видишь, та сегодня? Ага, познакомилась. С тобой ты не испугалась? Нет, чего бояться, я уж собаки. Ну и правильно, молодец. Упал на спинку, бедняжка, никак не поднимется. Нель, надо ему помочь. Да, как? А ты его пошевели. На ручку. Концом не том, не тем концом. А почему не тем? А свет-то не убирает, а мне будет плохо видно. Ну? Ну и чего? Он притворился мертвым. А, это бывает с ним. Ну? Чтобы его не обидели. Притвориться. Ну все, пусть летит. Давай. Камон. Шевели копытами. Камон. Может, он притворился? Он притворился, они умеют это делать. Город Джексонвилл.
Очень тепло, даже жарко. Но порой такие запахи. И нас ждет весна. Вот, наконец добрались до побережья океана. Идем купаться. Страна Флорида, океан, пальмы. Чё встал-то? Поехали? Поехали. Какие здесь цветы интересные. Ты обратил внимание? А больше не раз. Так, это Флорида. Какое сегодня число, сейчас посмотрим. Все ровно полпути до возвращения в юг.
Как тебе нравится? Showcase. Первый день идем в Magic Kingdom, волшебное царство. Привет. That's what the sign says when you come in.
сначала надо изучить все карты. Thank you.
leagues under the sea. En route, we would pass beneath the polar ice cap, and then probe depths seldom seen by man. So make yourselves comfortable. But please, remain seated at all times. Among the reefs, you will see many familiar inhabitants of the undersea world. The great green sea turtles, for instance, are the reptilian patriarchs of the deep. These amphibious descendants of the dinosaur have changed little in the past 200 million years. Groupers, or giant sea bass, roam the coastal bottoms in search of food. The giant clam, obviously, is quite safe from such marine predators. The fish world has always been considered a silent habitat, but with our sonar hydrophones, we've discovered that fish actually talk. Listen. The crew from one of our satellite ships. They are harvesting the abundance that nature has sown here beneath the sea. Kelp beds are cultivated, sea creatures corralled and protected from predators, just as terrestrial shepherds protect their flocks from ravenous wolves. Weather alert, all controls 8 degrees down. Hold her at 80 fathoms and proceed on course. Dive safely below the violence of ocean storms. Surface vessels are not so fortunate. Witness the evidence of their fate. The graveyard of lost ships. For ages, these rotting holes have kept their secret treasures, safeguarded by silent sentinels of the deep. Man-eating sharks, nature's most unpredictable predators of the sea. Keep an eye on the dip. We've made a startling discovery. These classic ruins could very well be the legendary lost continent of Atlantis. Some scholars theorize that a remarkable civilization was destroyed by a tremendous volcano. Others treat any concept of Atlantis as pure fantasy, along with legends of sea serpents and mermaids. Sea serpents are real fantasies. All ahead! Emergency maneuver. All engines, stand by to surface. Surface! Proceed on course. All ahead. Station the maneuvering watch. Thank you.
Within the 43 square miles of Walt Disney World Resort, you'll discover much more entertainment and recreation for all ages. On the opposite side of the monorail is the Disney Disney's Ice Cream Cafe and Food for Children here at Disney's Colony Gym Resort. Нет, я же выделяюсь. Я же... Alligator wrestler and your swimming instructor a little bit later. You're going to go on a tour that happens over 2.5 hours, takes you through 3 countries and 4 major rivers of the world. Find me, we're entering the Amazon. It is an endangered rainforest in South America. Don't see them. Well, maybe they're late. Oh, I hear them in the back. They wouldn't abandon their canoes for no... Oh, over here on the left is a giant python. This must have been what scared them away. You know, they can grow up 24 feet in length and they can swallow children whole. That's what you get for leaving your door open in the jungle. You know, I couldn't get that Jeep started this morning, but they got it to turn over. You can tell the African because they have large floppy ears. Oh, we got another one on the right over here. Now watch this. Speak! No, no, louder! As elephants trample through the African veldt, they leave pathways for... But not every animal is gonna make it home alive. There should be low man on that totem pole. Now that 2.5-ton creature can travel as fast as a horse when he wants to. You know, I tried to warn them about that, but I guess they'll get the point in the end. Someone invite you to meet over here. On the left, the big crocodile, that's old Smiley. But not all danger comes from animals, folks. Sometimes we have monsoons, we have hurricanes, and we have waterfalls like this one here.
Oh, I'm not going to make. Could you lean in a little bit? Help me balance the boat. Come on, lean in a little more, please, will you? Okay, he's going back down. I think we'll be safe now. I spoke too soon. We've attracted the headhunting natives here. Now, if thank you.
Challenge to find a way out. Of course, there's always my way. Итак, сегодня второй день во Флориде. Смотрим другие аттракционы. Ladies and gentlemen, our trip will be briefly delayed. Please remain seated. Your vehicles will begin moving again at any moment. Remain seated. We'll resume our trip shortly. Thank you. Please remain seated. Your vehicle. Yes. Uh-huh.
Now here the system isn't weighing this up, weighs about 50 pounds, so John's going to gear it down. I'll be gearing up and he'll be taking over the controls. Increase above Roger's head, he'll start to feel an increase of pressure on both his ears and sinuses. It's the same discomfort that you experience when you dive down to the bottom of a pool. To get rid of that discomfort, he'll pinch his nose and exhale against it. Now force his air from the throat up the station tubes to the middle ear and sinuses. That relieves him of that pressure, making it comfortable for him to go to any depth that he chooses to. Now, as soon as the water reaches the top of the chamber, we'll send Roger on his way. He's going to go up the tube and through the top hatch, and he'll work his way over to the coral reef and vomit. Then we'll see Roger inside the environment. The certitude is not that he's gotten any bigger than he is right now. Roger's making his way to the top hatch in just a few minutes. We'll see him get eaten by the sharks. And this does conclude his diving training. Прежнему смотрим аквариум. Аквариум. Living sea. The living sea. Что, забыла что-нибудь? Ну и ладно, ничего. Ой, сними ее, знаете, там у небольшого шара. Ага, сейчас одну минутку, я сниму здесь сначала. Civilization.
Покупать. Сэр,
выиграла выбор. Вторая машина, которая привлекла наше внимание. Нет, первая. Моя первая. Ну, Нелина первая, да. Но Коле больше сначала желтая привлекла внимание. Ну, каково? Как вы себя чувствуете там? Thank you.